Ну что, друзья, очередной привет с компании Прокатись.ру. И мы вам представляем новую лодку российского производителя Nordsilver 545 Fish. Итак, почему новинка? Значит, на самом деле существует модель Nordsilver 545 Fish Sport, которую мы покажем в заключении этого видео. А основное отличие новой серии Fish 545 или 545 Fish – это наличие заднего дивана для пассажиров. Компоновка у нас не изменилась. Такие же пластиковые консоли, такое же европейское стекло, причем идет без перегородочки, без дополнительной рамочки, каленое стекло. Корпус имеет двухкомпонентную пену, то бишь запенен полностью. Задний диван имеет вот такие накладки. Причем, если его открыть, то передняя крышка, как в старых, при старых моделях, имеет обыкновение сниматься. Тем самым увеличивать кокпит до немыслимых размеров. Здесь стоит выключатель массы, аккумуляторный ящик для батареи и проводка для подключения стартовой батареи. В этом рундучке, под этой крышечкой, доступ технологический к датчику уровня топлива на бензобаке. Значит, верхняя крышка сделана из фанеры, имеет усилитель по всей своей длине. Фанера достаточно толстая, 15 мм. Единственное, что не увидели здесь, это амортизационные газлифтики, которые помогают как раз это все закрепить. Но можно сказать и отметить в огромный плюс то, что крышка открывается практически на 90 градусов, градусов 85, тем самым обеспечивая доступ к этому рундуку практически максимально. Ну, плюс в корме идет еще коммент за этим сиденьем. Вода, попадающая сюда, будет сливаться и выходить как раз вот напротив кормовых сливных отверстий. Значит, кормовые площадки представляют из себя две большие такие потопщины. Здесь интегрированы кринолины, антискользящее покрытие типа рис, топливный бак, доптранец, швартовые утки, вентиляция топливного бака, рулевой трос. И хочется отметить, что это транец X. Максимальный мотор 115 лошадиных сил. Площадки вварены для установки трансдюсеров. Есть два рымболта по левому борту и по правому, обеспечивающие притяжку этой лодки на прицеп. Так как корпус запенен, борта запенены, то здесь по левому и по правому борту организованы такие ложбинки, не знаю, как это правильно сказать, места хранения различных вещей. В общем, здесь пульт устанавливается дистанционного управления. Доступ, кстати, здесь под троса есть. С той стороны достаточно много места для того, чтобы даже повесить приманки. Под консолями стандартно идут полости для хранения различных вещей сверху, а снизу места для того, чтобы вы могли разместить комфортно свои ноги. Между консолями идет межконсольный рундук. Давайте заглянем в рундук. Тут лежат как раз чехлы от сидений. Это центрик стандартный, который устанавливается на заводе. Там идет подводка и закладные для того, чтобы было можно протащить носовую часть для моторгайда. Закрываем. Отсюда изнутри из кокпита мы видим наличие переборки для того, чтобы вода не попадала в кокпит. Задвижку, дверь закрывающую. Дверь, кстати, металлическая. Повторюсь еще раз, сиденье это центрик складывающийся. Крутое, съемное, стоит безумных денег, но при этом очень качественное. И имеет, кстати, слайдер, который позволяет ему двигаться вперед и назад. Вот так вот. Круто. Так. Левая консоль стандартно формована, уже сейчас такой большой хороший стандарт.
Здесь сливные, шливные. Водичка отсюда сливаться. Большой рундук для вещей, перчаточный ящик. Стеклышко, комминсы, резиночка, уплотнители, ручка для переднего пассажира. Консоли в данной лодке у нас в цветовом решении окрашены очень симпатично в серебристый цвет. Имеют гель-коут серебристого цвета, такая сине-серебристая расцветка. Очень круто. С правой стороны консоль стандартная. Как на последних лодках уже идет механическое рулевое управление, повторяюсь. Указатель уровня топливного бака, ходовые стояночные огни, водоотливная помпа, розетка, прикуриватель. Ну а передняя часть, носовая часть так называемая, она сейчас стандартная. На всех лодках North Silver, коммингсы, установка 12-дюймового телевизора в носовую часть, электромотора, большой треугольник, очень продвинутой швартовой утки, отверстие для самоотлива переднего кокпита, передней носовой палубы. Очень стильно, аккуратно, красиво, яркий перламутровый цвет, синий. Смотрится очень нарядно, очень, прям вот стильно-стильно. Лодка обращает на себя внимание издалека. Давайте ее немножечко обойдем с наружной стороны. Борт покрашен в серебристый цвет. Еще раз повторюсь, вот такой сине-серебристой расцветки. Не знаю, как можно описать, но очень красиво, правда. Прям вот действительно она обращает на себя внимание. Лодка, скажем, универсальная, то есть это не для рыбалки прям стопроцентной, то есть нет, понятно, там аэратора, этого ничего нет, но очень комфортный, семейный, а-ля Мерседес на воде, а-ля. Ну а для любителей, понятное дело, это рыбалки, у нас всегда существует в различных, опять же, цветовых решениях 545, 565, 585, North Silver, Fish Sport. Вот, например, как в данном случае, с раскладной задней палубы, раскладные сиденья. Такие красивые, опять же, North Silver. Здесь те же самые центрики, лодки только пришла. Вот. Здесь консолька в черном цвете, обтянута термокожей, с подсачником, с держателем подсака в синтеке. Кормовая палуба, носовая палуба. В общем-то, габаритные размеры не отличаются. Ну и стандартно, понятно, для лодок ТПАС здесь. Так что покупаем, ребята. Приезжаем в прокатись. Покупаем вот такую живопись. Всем удачи, пока. Увидимся на воде.